вам рекомендовано находиться дома, либо в 100 метрах от дома в случае необходимости. Это магазин, аптека, выгул домашнего животного. Так полицейские встречают всех, кто решил прогуляться в загородном парке. Это общественное место, как и другие, закрыто для посещений из-за пандемии коронавируса. Силовики говорят, несознательных граждан, которые нарушают режим самоизоляции, с каждым днем становится все меньше. В основном в парк выбираются те, кто живет рядом с ним. Полицейские проверяют документы и напоминают о правилах безопасности. После беседы с силовиками нарушители, хоть и нехотя, но покидают парк. Я человек здоровый. Мне здесь тоже никто не угрожает. Но я живу вот здесь в 100 метрах. Не менее строгий контроль и на въездах в Самару. Полицейские выясняют у водителей цель их поездки, проверяют документы, проводят профилактические беседы. Большинство автовладельцев говорят, что едут на работу. Алексей Николаевич, про самоизоляцию слышали? Нужно стараться находиться дома. К сожалению, мы не можем остановить работу. Держите. Спасибо. Счастливого пути. Напомним, что в Самарской области режим самоизоляции продлен до 19 апреля. А люди из группы риска в возрасте 65 и старше, с хроническими заболеваниями, те, кто перенес инфаркт, инсульт, должны побыть дома по 30 апреля. Сергей Кизоркин, Семен Безгинов, Максим Гусев. События.